телезрители, сердечно приветствую вас и поздравляю с праздником Рождества Христова. Вы смотрите прямую трансляцию рождественского богослужения из Покровско-Татьянинского собора города Чебоксары. Торжественное богослужение, посвященное великому празднику Рождества Христова, совершит здесь глава Чувашской митрополии Русской Православной Церкви, Его Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейший митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Ему сослужит духовенство Покровско-Татьянинского собора. А мне, Илье Тумакову, дано благословение сопровождать богослужение краткими комментариями и пояснениями смысла совершаемых священнодействий и переводами церковнославянского и греческого языков на русский, некоторые не вполне понятные современникам молитвы и песнопения. Постараюсь это делать так, чтобы не мешать вам соучаствовать в богослужении, созерцать и ощущать красоту и величие сего торжества. Прошла встреча архиерея торжественная владыки Варнавы, и он прикладывается к иконам Спасителя и Божьей Матери и благословляет народ на грядущую литургию. На богослужении присутствует глава Чувашской Республики Михаил Васильевич Игнатьев. Середине храма в сопровождении иподиаконов, духовенства и переходит на возвышение, которое размещено над середине храма. Оно покрыто орлецом, это знак архиерейского достоинства. Изображение орла, распростершего свои крылья над городом. Кафедра находится в тех храмах, где постоянно или часто служит епископ, архиепископ или митрополит или патриарх. Такие храмы именуются кафедральными. Владыки снимают верхние одежды, рясу, клобук. И сейчас он будет облачаться в ризы для совершения божественной литургии. В это время два протодиакона совершают каждение на амбоне, читая на каждое из вид облачений особую свою молитву. Yeah.
завершающая часть. Рис. И далее мы видим, как с митрой, крестом и панагией вышел настоятель Покровско-Татьянинского собора, протоиерей Николай Иванов. Сейчас они будут одеты на владыку, и далее начнутся молитвы перед началом божественной литургии. В Русской Православной Церкви панагии, то есть изображение Богородицы, носят все архиереи. Священники носят только крест. Он может быть наперстный, с украшениями, простой. Ну вот, у архиерея, как у высшего иерарха церкви, крест остается от священнической ступени, а панагия дается как архиерею, как епископу, как тому священнослужителю, который может рукополагать следующих. Митрополит осеняет верующих крестообразно дикирием и трикирием. А значение этих элементов богослужения я расскажу позднее. Но вы видите уже, что это три и две скрещенные свечи, которые, соответственно, в правой и левой руках архиерея. Все священнослужители в этот момент получают благословение на совершение божественной литургии. Сейчас прозвучит ее первый возглас. Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Произнес настоятель Покровско-Татьянинского собора, секретарь Чебоксарско-Чувашской епархии протоиерей Николай Иванов. Хор сейчас песнопение «Господи помилуй» исполняет детский хор воскресной школы «Благовест» Покровско-Татьянинского собора. От лица всего народа отвечает «Господи помилуй». Родившийся на земле Сын Божий возвестил нам грядущее вечное небесное царствие, которое не от мира сего. Это царствие божественной любви и гармонии, которое начинается уже здесь, на земле. Оно в нашем покаянии, в желании послужить Богу и ближним, в исполнении заповедей Божьих,
в нашей вере, в наших добрых делах, в нашем участии в той благодатной жизни, которую предлагает нам Господь в Своей Церкви. Прежде всего, это участие в Евхаристии, в таинстве Святого Причащения, без которого полноценная церковная жизнь невозможна. А это таинство совершается как раз во время Божественной Литургии. Кроме того, начальный возглас литургии указывает нам на духовную цель этого богослужения. Это Царство Отца и Сына и Святаго Духа. Протодиакон возглашает прошение мирной иктинии. Она начинается со слов «Миром Господу помолимся» в мирном состоянии Духа. В мире душевном – это условие любой молитвы, которая не может произноситься в каком-то раздраженном, неспокойном состоянии. Иктинию также называют великой, потому что она содержит большое число молитвенных прошений. Молимся о духовных нуждах, ну и, конечно, о нуждах телесных, необходимых нам для нормального прохождения жизни. Молимся также о тех, за кого мы беспокоимся, кто находится в зоне риска, в необычных, экстремальных ситуациях, если говорить современным языком. Благорастворение воздухов, о изобилии плодов земных и временях мирных. В это время в алтаре митрополиты, сослужащие духовенство, читают тайные молитвы. Мы их не слышим. Завершается возгласом священнослужителя, и после этого хор начинает пение антифонов. Антифоны – это песнопения, исполняемые попеременно. Литургия – это не только последование молитв, песнопений, чтений из Писания. Прежде всего, это священное действие, во время которого Богу приносится бескровная жертва за спасение людей, и под видом хлеба и вина верующие причащаются истинного тела и крови Христовых. В Чувашской митрополии сегодня во всех храмах совершаются праздничные божественные литургии. Архиерейские богослужения также совершаются в Канаше, Балатаре, Новочебоксарске. В Канаше возглавляет
епископ Канашский и Антиковский Стефан, в Алатыре епископ Алатырский и Порецкий Федор, в городе Новочебоксарск, в храме святого равноапостольного князя Владимира, епископ Мариинско-Посадский Игнатий, викарий Чебоксарской епархии. Таким образом, на территории Чувашии совершается 4 архиерейских службы. Ну а в других храмах и монастырях богослужение возглавляют настоятели и священники. Антифонами мы слышим, как протодиакон произносит малую ектению. Это усеченный вид великой ектении, который содержит всего лишь 3 прошения. И начинается малая ектения со слов «паки» и «паки», то есть «снова» и «снова». Слово «литургия» в переводе с греческого означает «общественная служба», «общее служение», так как она имеет особое значение для всего сообщества верующих во Христа, для всей полноты церковной, то есть для всех членов церкви. Таинство причащения, совершаемое во время литургии, именуется благодарением. По-гречески это «евхаристия». Участвуя в этом святейшем из таинств, мы благодарим Господа за Его благодеяние, явленное каждому из нас и всему роду людскому. Принимая тело и кровь Христовы, мы теснейшим образом соединяемся со Христом и друг с другом в единстве веры и любви. Божественная литургия – сердце нашей церковной жизни, и, совершая ее, Церковь становится тем, чем она есть по своей природе – народом Божьим, телом Христовым, преддверием Царствия Небесного. В литургии присутствует в самом буквальном смысле Сам Христос, и вся литургия совершается вокруг Него.
Псалма и тропаря Рождеству Христову, и приближается время малого входа, который совершается с Евангелием. Он символизирует шествие Спасителя на проповедь. Исторически это перенесение священных книг в храм из помещения, где они хранились. В годы гонений первые христиане боялись, что гонители могут надругаться над дорогими для них священными текстами, над Словом Господним. Поэтому в избежание каких-то внезапных событий в храмах священные книги хранили отдельно и в определенный момент приносили их в храм. Изнесение Евангелия с престола, на котором оно постоянно хранится, на середину храма, если это богослужение, совершаемое архиерейским чином. Взирая на Евангелие, как на самого Христа, священнослужители поют «Приидите, поклонимся и преподем ко Христу, спасины, то есть нас, Сыне Божий, рождейся от Девы, поющая Ти, Аллилуйя». Аллилуйя, слово еврейского происхождения, означает призыв хвалить, восхвалять Господа. Собора под управлением регента Степановой Киры.
митрополит осеняет собравшихся трикирием и дикирием, а затем направляется в алтарь. Следует духовенство по чину. Это же песнопение исполняет хор. А владыка-митрополит, остановившись на амвоне, возвышением перед царскими вратами, осеняет или благословляет вновь дикирием и трикирием молящихся в храме. Приложившись к иконам на царских вратах, владыка входит в святая святых, в алтарь, и здесь совершает кождение престола и всего пространства алтаря. Священно- и церковнослужители вновь исполняют песнопение «Приидите, поклонимся и припадем ко Христу». Трикирий – это скрещенные свечи, которые владыка держит одесную в правой руке. Символизируют они Святую Троицу – Отца, Сына и Святаго Духа. Ну и дикирий – это две скрещенные свечи, которые находятся ашую слева, которые символизируют божественную и человеческую природу Христа. В разные моменты богослужения владыка-митрополит использует эти архиерейские богослужебные принадлежности для благословения народа и некоторых священных предметов внутри алтаря. С момента, как владыка зашел в алтарь, все священнодействия теперь будут происходить во святая святых, в алтаре у престола, жертвенника, на горнем месте. Алтарь – это часть храма, отгороженная от остального пространства преградой, иконостасом. Как я уже говорил, в алтаре находится престол, место особого незримого присутствия Божьего. Согласно древним символическим толкованиям, алтарь является собой небо, рай и Царствие Небесное. Пение «Исполняйте деспота», что означает «На многое лето владыка». Митрополит совершает кождение иконостаса, а затем молящихся. В православной традиции кождение совершается не только перед священными предметами, престолом, святыми иконами, Евангелием, но и перед обычными людьми, потому что по учению Слова Божьего каждый человек носит в себе образ Божий.
«Осуждаете деспота». Исполнение песнопений на греческом языке, в основном на архиерейских богослужениях, это дань исторической традиции, так как до середины 15 века русская церковь была митрополией греческой церкви, и многие ее представители были греками по происхождению. В эти секунды священники читают в алтаре тайные молитвы. Они называются так, потому что не произносятся вслух, громко, или, как говорится в наших богослужебных книгах, белегласно, а читаются в полголоса. В последовании божественной литургии таких молитв несколько. Я по ходу нашей трансляции буду передавать их основное содержание. В этих молитвах, которые прочитаны сейчас, священник просит Отца Небесного принять херувимами и серафимами нас, грешных и несовершенных людей, пресвятую песнь, совершаемую ангелами у престола Божия. Также молитва содержит прошение о прощении наших вольных и невольных согрешений, а также о том, чтобы вся наша жизнь была посвящена служению Ему. Духовенство в алтаре поет кандак «Рождеству Христову», составленный Романом Сладкопевцем, христианским подвижником и гимнотворцем, жившим в V веке. Уроженец города Верита, он проходил свое служение в знаменитом храме Святой Софии в Константинополе. По преданию, преподобный Роман получил от Божьей Матери особый дар – слагать церковные песнопения. И первым гимном, который он составил, был рождественский кандак «Дева днесь пресуществленного рождает». Напомню вам его русский перевод. «Сегодня Дева рожает того, кто выше всего существует, и земля приносит пещеру неприступную». Ангелы славословят вместе с пастухами, волхвы же путешествуют за звездою, потому что ради нас родился младенец, привечный Бог.
слышно, как в алтаре звучит песня Елицы «Во Христа крестистися». Обычно в этот момент звучит ангельская песня «Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас». Но сегодня день особый. Исполнение этого песнопения обусловлено исторически. Дело в том, что это песнопение исполняют во время таинства крещения. Дикирием и Трикирием и произносит текст «Призри с небесе Боже и вишть, и посети виноград сей, и утверди его, его же насади десница твоя». Виноград – это сад, по-церковно-славянски «сад Господень» – это святая церковь. Ну а поют это крещальное песнопение, потому что в древности, накануне великих праздников, ну, в частности, это Рождество Христово, это Пасха, это Пятидесятница по народному Троице, это дни, предшествующие праздникам Великая Суббота, Лазарева Суббота перед Вербным Воскресением и дни больших праздников. Они предназначались для массового крещения взрослых людей, которые осознанно принимали, выбирали христианскую веру. Это было на заре церковной истории. Потомственных христиан было немного. Вот они проходили катехизацию или оглашение, и сами они именовались оглашенными. Ну а с момента крещения становились полноправными членами церкви. Вот воспоминание об этом событии звучит это песнопение в определенные дни. Оно очень красивое, сами слова из послания апостола Павла Галатам. «Вы, которые во Христа Иисуса крестились, во Христа облеклись». Владыка тем временем в алтаре перешел в восточную его часть, на горнее место. На горнем месте устроен трон, на котором восседает митрополит во время чтения апостола, книги, которая содержит часть Нового Завета, деяния и послания святых апостолов. Звучит прокимен. Означает «предлагаемый вперед» или «предшествующий». Он предваряет чтение апостола. Стих из псалмов Давидовых, содержащий пророчество о празднуемом событии, произносится и повторяется за протодиаконом хором. Ну и затем читается послание Галатам святого апостола Павла. Литургической традиции чтение апостола или предваряется, или сопровождается каждением, в зависимости от того, сколько диаконов служит в том или ином храме. Послание святого апостола Павла чтение. Давайте послушаем.
когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как сыны, то Бог послал в сердца Духа Сына Своего, вопиющего «Авва, Отче!» Посему ты уже не раб, а сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Тем временем мы видим, как из алтаря протодиакон выносит Евангелие. Сейчас будет прочитано Евангелие от Матфея, глава 2, стихи с 1 по 12. В нем говорится о поклонении волхвов и последовавших затем событиях. Сам Господь через евангельское чтение будет возвещать глаголы вечной жизни. Слушаемся в эти слова. Вонмем, то есть будем внимать.
прочту Евангелие по-русски. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод-царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должен родиться Христос. Они же сказали ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, с тебя произойдет вождь, который упасет народ твой Израиль». Ирод, тайно призвав волхвов, выведал у них время появления звезды и послал их в Вифлеем, сказав: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете его, известите и меня, чтобы мне пойти и поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли, и сия звезда шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над тем местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью великую, и, войдя в дом, они увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему. И открыли сокровища свои и принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Некоторые пояснения по тексту. Святитель Иоанн Златоуст, один из, пожалуй, непревзойденных толкователей Священного Писания, в частности, евангельских текстов, говорит о том, что это была не звезда, это был ангел, который принял на себя вид звезды и сопровождал этих таинственных путников. Известно, что они были посвящены в какие-то тайные знания, называют традиции имена этих волхвов, звездочетов, астрологов: Мельхиор, Балтасар или Балтазар и Каспар. Разные толкователи называют разное число этих волхвов. То 3, то 12, то 15, но одно не исключает другого. Трое известны по именам, остальные неизвестны. На Западе, в Кёльнском соборе, хранятся их честные главы. И существует предание, что они оставили свои пагубные занятия и даже приняли страдания за Христа. Звучит «сугубая Евтимия». Слово «сугубая» означает «усиленное». В это время митрополит читает тайные молитвы на прошение сугубой Евтимии, которую возглашает протодиакон. Хор трижды отвечает: «Господи, помилуй».
Варнава прочел специальную молитву о мире и преодолении междоусобной брани на Украине по благословению патриарха Московского, то есть Руси Кирилла. Эта молитва совершается за каждой литургией во всех храмах Русской Православной Церкви. Интересная история, связанная с волхвами. По преданию, поклонившись младенцу и принеся ему дары, волхвы возвратились на родину и стали отшельниками. Уже после вознесения Господня и сошествия Святаго Духа их встретил апостол Фома, проходивший с проповедью Евангелия через их родные места. От него мудрецы и приняли святое крещение и сами стали проповедовать учение Спасителя. Соглашение «Изыдите» более ранние времена, много лет назад, означал, что божественная литургия для оглашенных, то есть тех, кто еще не принял святое крещение, на этом заканчивается. Им предлагалось выйти, покинуть храм, потому что начинаются те части богослужения, так называемая литургия верных, которые содержат в себе таинство Евхаристии. Те, кто еще не принял святое крещение, присутствовать на нем ранее не могли. Сегодня, конечно, это больше традиция, тем не менее диаконы возглашают, что тем, кто еще не крещен, необходимо покинуть своды храма. Вышли на амвон для умовения рук. Это символическое действие, напоминающее о том, что к великому таинству Евхаристии следует приступать с чистыми помыслами. Хор начинает исполнение херувимской песни. Приближается момент великого входа, который символически толкуется как воспоминание о шествии Спасителя на добровольные страдания. Исторически же этот момент трактуется принесением священных сосудов, которые также берегли от непрошенных гостей из других помещений. Но стоит отметить, что к священным сосудам, мы знаем, не могут прикасаться только те христиане, которые облечены священным саном, диаконы, пресвитеры или епископы. Для простых мирян прикосновение к священным сосудам невозможно. В переводе на современный язык текст херувимской песни звучит так. «Мы, таинственно изображая херувимов и воспевая животворящей Троице Тресвятую песнь,
Оставим теперь все житейские заботы, ибо нам предстоит принять Царя всех, то есть самого Христа, невидимо сопровождаемого ангельскими воинствами. В настоящий момент в алтаре у жертвенника, где и находятся евхаристические сосуды, совершается поминовение живых и усопших. И затем эти сосуды, потир и дискос, покрытые покровцами, которые символизируют пелены, в которые был окутан богомладенец, будут перенесены через царские врата на престол. Традиционно молится молодежь, Покровско-Татьянинский собор. Это молодежный храм, в который приходит много студентов, учащихся, ну и помогают за богослужением участники движения «Православные добровольцы Чувашии». Их вы можете определить по голубым курткам. Они своим трудом вносят свой вклад в организацию внутрихрамового пространства, помогают немощным, объясняют некоторые не совсем понятные моменты действия, организуют запивку для причастников и исполняют иные послушания.
традиции архиерейского богослужения митрополит встречает святые дары в проеме царских врат, главного входа в алтарь. Во время перенесения даров совершается молитвенное поминовение патриарха Московского и всея Руси, епископов, архиепископов, митрополитов, священников, диаконов, мирян, то есть всех членов церкви. Заносятся в алтарь через царские врата и покрываются воздухом, пеленой ткани, которая символизирует плащаницу, в которую было завернуто тело Спасителя при погребении. Тем временем хор исполняет вторую часть херувимской песни. Уже не первый раз на греческом языке «испала эти деспота». Хочу напомнить, в дословном переводе это означает «на многие лета, владыка». Thank you.
завершение просительной ектении, которая звучит сейчас, содержит различные духовные и телесные просьбы Господу Богу, на что хор отвечает «Подай, Господи». Эта ектения призвана духовно, молитвенно подготовить молящихся к освящению святых даров. Ее первое прошение звучало о предложенных, то есть возложенных на престол честных дарах. Самый важный момент литургии Святой Евхаристии, в котором совершается воспоминание о Тайной Вечере, когда накануне своих страданий Спаситель, умыв ноги своим ученикам и тем самым подав им пример, урок смирения, взял в руки хлеб, благословил его, преломил и дал ученикам со словами: «Приимите, едите, сие есть тело мое, которое за вы передается во оставление грехов. Сие творите мое воспоминание». Потом он взял чашу с виноградным вином и, воздав хвалу Богу, подал ее своим ученикам со словами: «Пейте из нее все, ибо сия есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сие творите, только когда будете пить мое воспоминание». Причастив апостолов, Христос заповедовал им, а следовательно и нам, ученикам, учеников через многие поколения, совершать Евхаристию в оставление грехов и в жизнь вечную. И мы, сегодняшние христиане, причащаясь телом и кровью Христовых, становимся причастниками новой жизни в Царстве Христовом. В алтаре священнослужители возвышают воздух, в то время как верующие поют молитву «Символ веры». Он был составлен святыми отцами на первом и втором Вселенских соборах, соответственно, в 325 году в Никее и в 381 году в Константинополе, или, как называли его на Руси, Царьграде. Поэтому символ веры получил название «Никея-Царьградский». Воздух, который покрывает святые дары, который священники возносят над святыми дарами, это знак воскресения Христова. Это действие, напоминающее нам о камне, отваленном от гроба Господня в момент воскресения Спасителя из мертвых. По окончанию символа веры начнется самая главная часть божественной литургии – евхаристический канон. Святое возношение, бескровная жертва сейчас, через несколько минут, будут приноситься не только за нас, но и от нас при нашем молитвенном участии. Ну а текст символа веры содержит основные позиции, основные догматы нашей веры, во что мы верим. Текст достаточно большой, но он содержит в себе краткое, все-таки краткое исповедание православной веры. «Святое возношение в мире приносите». Этот возглас диакона еще раз призывает нас к молитвенному сосредоточению, вниманию и сохранению мира душевного. Митрополит выходит из алтаря и произносит слова. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа».
отрешимся от всего земного и вознесем ум наш в горний небесный мир. Совершение таинств начинается с благодарения, подобно тому, как Спаситель на Тайной Вечере вознес благодарение Богу Отцу. Тем временем митрополит читает молитву, в которой от лица всех верующих прославляет величие Божие и благодеяние рода человеческого. Сейчас прозвучат установительные слова Святой Евхаристии. Владыка митрополит снимет митру, возложит на себя амафор, одежда подражания Христу, чтобы указать нам важность совершающегося священнодействия. Будут произнесены слова Спасителя, которые прозвучали на Тайной Вечере.
принятием Святого Духа совершается величайшее таинство. Хлеб и вино, не меняя своих физических свойств, обретают особую духовную силу. Священнослужители поклоняются святым дарам, как самому Господу. «Изрядно о Пресвятии, Пречистии, Преблагословении, славнее Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии». Хор исполняет песнопение в честь Божией Матери. Это Ирмос 9-й песни Рождественского канона. Мы уже слышали его вчера, если были на всеночном бдении. За всех, то есть и за всех, и за вся, о всех живущих, и мужчинах, и женщинах.
Единим и усты, единым сердцем. Это подлинное единение происходит во время каждой литургии, особенно во время совершения Евхаристии. Соединяется Церковь земная и Церковь небесная, когда все и во всех Христос. Спасительная ектения, которая звучит сейчас под сводами храма, знаменует собой о начале подготовки молящихся к причащению. Эта ектения начинается словами «Вся святые помянувши, паки и паки», то есть «Еще и еще миром Господу помолимся». Христианская церковь с самого начала чтит святых божественных человеков. Ветхозаветные праведники, святые пророки, таким ярким и, наверное, самым главным представителем является предтечий и креститель Господень Иоанн, апостолы, ученики Спасителя, просветившие мир светом Евангелия, мученики, отдавшие жизнь за Христа, святители, положившие души за свою паству, преподобные, святые монахи, аскеты, молитвенники за мир, праведники, прожившие жизнь в миру, но среди волнений житейского моря, сохранивших чистоту помыслов и горений духа. Эта ектения завершается возгласом «из подобия», то есть «удостой нас, Владыка», с дерзновением, то есть «сыновней смелостью», «неосужденно смейте призывати Тебе, Небесного Бога Отца, и глаголати». Собравшиеся в храме поют молитву Господню «Отче наш». «Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого». Спаситель первый назвал Бога Отцом, как Сын Божий. А то, что мы дерзаем повторить эти слова, стало возможным благодаря воплощению Сына Божьего, Его рождением на земле от Девы, Его искупительному подвигу и славному воскресению. Одно из прошений молитвы Господней «Хлеб наш насущный дашь нам днесь» относится не только к хлебу земному, телесной пище, но прежде всего к хлебу Святой Евхаристии.
Святая Святым напоминает, что к святости призван каждый христианин. Недаром святой апостол Павел в своих посланиях именует первых последователей Спасителя святыми. Царские врата затворились, и сейчас в алтаре духовенство начинает причащаться. Кроме того, этот возглас «Святая святым» служит напоминанием о том, что святыни, тело и кровь Христова преподаются тем, кто очистил свою душу покаянием в таинстве исповеди. Один Господь свят, Он один источник святости и может сделать ее причастником устремленного к Нему всеми помыслами души и тела человека. Эту великую истину возвещает хор от лица всего народа Божия, смиренно признающего свое недостоинство и несовершенство. В этот момент, когда происходит в алтаре причащение священнослужителей, алтарь символизирует Сионскую горницу, в которой Господь на Тайной Вечере установил таинство Евхаристии. В это время хор исполняет запричастное песнопение «Христос рождается». Причащение мирян, завершение божественной литургии. А на сегодня мы с вами завершаем нашу прямую трансляцию. Хотим искренне поблагодарить национальную телерадиокомпанию «Чувашия», которая всегда отзывается на наши просьбы и транслирует из года в год рождественские и пасхальные богослужения. Дорогие братья и сестры, с праздником! До новых встреч! Всего вам доброго!